Драматический театр имени Максима Горького почти год радует жителей и гостей города уникальной постановкой «Арсеньев расхищению не подлежит». Как подчеркивает главный режиссер театра Ефим Звеняцкий, спектакль призван показать значимость фигуры Владимира Арсеньева и его огромный вклад в развитие Приморского края. В репертуаре театров вообще должны быть такие спектакли. Они, наверное, как бы еще больше влюбляют зрителей и нас, конечно, артистов, в наш край. И это очень важно. Вот и мы попытались таким театральным языком, наверное, рассказать о множествах прекрасных людей, которые жили в нашем крае. В спектакле приняли участие, наверное, как авторы, все действующие лица, потому что мы работали прям коллективно, наверное, над каждой фразой, над каждым отрывком из этого спектакля. Постановка рассказывает интересные исторические факты об ученом, Приморском крае, которые до этого не были известны широкой публике. Чувственная картина не только о трудах Владимира Арсеньева, но и о его личной жизни, преданности и смерти. В спектакле две главные героини, две жены, вот, которых мы тоже старались сделать абсолютно разными, чтобы и зрители, которые придя, да, увидели этих двух женщин с абсолютно разными характерами, да, и одна это более женщина семейного склада, да, которая очень бы хотела, чтобы ее муж был рядом, вот, и вторая женщина, которая восхищена, влюблена и также романтична, да, по отношению к тому, что делал Владимир Клавдевич. Пьесу специально для театра имени Горького написала Елена Исаева, основываясь на документальных источниках и книгах Владимира Арсеньева. Уникальная постановка занимает особое место в сердцах зрителей и актеров. Я люблю этот спектакль. Мне он очень близок и дорог. Вот, как первая такая роль, которую мне, как молодому артисту, доверили. Такую важную роль, в такой важный год. Поэтому, что подумает зритель? Я думаю, в этом спектакле есть над чем подумать, над чем порассуждать, поэтому оставлю это зрителю. Отметим, после спектакля артисты вышли на сцену, чтобы поговорить со зрителями. В дружеской атмосфере началось обсуждение. Каждый желающий мог задать интересующий вопрос или просто поблагодарить всех, кто внес свой вклад в такую важную постановку для Приморского края. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.